Вы смотрите обзор товара цельносварная теплица компакт, 6 метров, каркас, ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Теплица Агросфера компакт. Ширина теплицы 2 метра 4 сантиметра. Высота теплицы 2 метра. Длина теплицы 6 метров. Двери 2 штуки. Форточки 2 штуки. Шаг дуги 1 метр. Горизонтальные направляющие 5 штук. Материал каркаса, оцинкованная труба 20 на 20 мм толщиной 1 мм. Снеговая нагрузка 90 кг на М2. Расход поликарбоната, ваза 2,66 листа, удлинение 1 литровиск. Размером 2,1 на 6 метров. Вес каркаса база 42 кг, удлинение 12 кг. Габариты при перевозке, толщина X, ширина X, высота. База 0,7 на 2,4 на 2 метра 5 сантиметров. Удлинение 0,4 на 2,4 на 2 метра 5 сантиметров. Ножки для крепления в землю, в комплекте 24 сантиметров. Крепеж в комплекте. Отверстия просверлены. Кому подойдет эта модель? Нужна компактная и практичная теплица по минимальной цене? Тогда модель Агросфера Компакт станет для вас отличным выбором. Надежная конструкция. Обладая прочным сварным каркасом, теплица Агросфера Компакт выдерживает снеговую нагрузку 80 кг на М2, соответствует 40 см свежевыпавшего снега. Это значит, что покрытая поликарбонатом теплица спокойно переносит суровую российскую зиму. Защита от ржавчины. Цинковое покрытие прекрасно защищает каркас теплицы от коррозии. Стальная труба оцинкована полностью с наружной и с внутренней стороны. Теплица Агросфера Компакт будет верно служить вам долгие годы, не требуя дополнительной антикоррозийной обработки. Забота об урожае. Теплица комплектуется качественным и долговечным сотовым поликарбонатом. Полная совместимость с системами капельного полива и автопроветривания. Мы сами выращиваем овощи, поэтому точно знаем, что нужно для хорошего урожая, и воплощаем это в теплицах Агросфера. В комплект входит. В комплекте все необходимые для сборки болты и саморезы, а также тобразные ножки. Фундамент для установки не требуется. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.